принципе. Праки, праки. Мы до этого с вами обсуждали то, что очень часто игрались праки командой Vivictus и Strongwell, то, что парни давно уже знакомы между друг другом. Но в соответствии из-за этого идет у нас очень жесткая борьба. Каждая из команд знает, чего ожидать друг от друга. Ну, посмотрим на Но и здесь, вторую опять же, карту. кстати, не исключено, что мы можем увидеть допы. То Ну, есть, конечно. и если будут опять допы и выиграют на этот раз Strong Wild в допах, то что будет на третьей карте твориться, я абсолютно даже не понимаю. Хотя вот после таких изнурительных карт обычно бывают очень легкие победы в одной из копилок команд. То есть, да, там 13-11, 13-10 побеждает одна там или другая команда. Вот, и бывает такое, что третий заключительный карт проходит там 10-1, 10-2, там 10-3, все зависит от морали, опять же. Но вы и Виктис по-хорошему должны здесь дожимать, но Strong Wild, я думаю, просто так эту карту не отдадут. Ну и, соответственно, мы начинаем ВВГшечку. Поехали. Так, ну что ж, посмотрим. Посмотрим, очень хотелось бы видеть здесь такую же жаркую игру. Я надеюсь, не упадут. Не упадут ни в коем случае. У нас сейчас бойцы команды Strong Wild духом и будут задавать жару. Ну, смотрим. Сейчас прогрузимся. Отлично, мы на месте. И давайте сразу же камеру наверх. Ну и в соответствии посмотрим, как Виевиктусы в атаке себя покажут. Ну и, собственно, как будут обороняться сейчас бойцы команды Strong Wild. Потихоньку уже есть выход на мост. Там у нас отыгрывает Jealous Cake. И 25-й принимает за собой мидл. ХЗЗ уже находится под боковой. Нашивается Т-шка. Но пока что накаляются абсолютно все позиции. Вот, кстати, Лакоста пока что стягивает внимание на себя. А там уже прошел Токио. Да, кстати, и Дэниэль аркает боковую еще, кстати, ХЗ на этом его подловил. И сейчас преимущество в одного игрока должно сильно сказаться для команды Strong Wild. JLSK будут зажимать сейчас, он в доме. А нет, под мостом бы и Токио его просто моментально испепелил. Кайл бежит уже по перемычке, но здесь уже просто беда. 4 игрока на Б-пленту, и Кайл просто сейчас будет зажат в тиски. Но 73% здоровья и... Окей, хорошо, да. Ладно. И все. Да, и все. Больше ничего здесь нету. Пельмешка остается один. Ну что ж, Игорь, поехал. Поехал крошить. Очень жесткий парень, очень амбициозный. Посмотрим, что покажет в руках Вашки. Здесь идут пушить. Хорош. Хорошечно. Молодцы. Ну и здесь вот так уже Пельмеш забирает Токио Мейерса. Но опять же, да, здесь шансов опять же ноль. Шансов ноль. Это первый раунд для команды Вивикис в атаке. Но бей своих, чтоб чужие боялись. Это главный девиз команды Vivictus Esports. Ну, конечно. Конечно, посмотрим, если они будут так бить своих, вообще как для них закончится эта карта, мне кажется, не самым лучшим образом. Но, тем не менее, смотрим второй раунд, как будут разыгрывать у нас Strong Wild против команды Vivictus. Опять же, здесь накаляется ситуация под мостом. JLSK попытается здесь отыграть, его опять закрывает Лако... Вот это пачка, ну а там опять Токио. Ну а здесь еще и Т-шку прессингует Пельмешка вместе с своим тиммейтом Дэниелем, находит минус. Ну и Свит наверху винтов уже готов как-то на перемещениях работать, Пельмешка к нему бежит. А здесь... Ай-яй-яй, как же Свит спалился, Свит спалился, Пельмешка да просто убегает. ладно. Он даже не понял, муха пролетела. А Свит в это время просто в спину, сейчас выйдет Лариану. И Вариан будет погибать, скорее всего. Хотя живет, хилится, но Токио находит по нему минус, это уже 2 в 3. Вот сейчас у пельменя будут уши гореть просто за то, что пропустил. Но Токио один против двоих. Этот парень очень жесткий. Идет второй раунд. У него уже 4-1 статистика. Настреливает неплохо. 70 хп на счетчике. Ну, посмотрим, как отыграет. Там уже Кайл закрывается под домом. Очень шумно отыгрывает Токио. Кайл сидит, сидит под чеком. Вообще никак не светится сейчас в окнах. Чекают за него со всех сторон. Но там Токио ставит все-таки фугас. Ну и уходит на воду. Да, и Кайл-то прекрасно знает, где находится. Ах, нет, не знает. А ушел-то Токио на перемычку. Мешка просто садится на ниндзя дефьюз. А как же криво поставила, там уже его зажимают. Ну, есть первый минус. И... Но ХП, ХП позволяют драться и... Ой-ой-ой, ну как же так?
Как же так? Strong Wild, ну такие раунды отдавать, ну нельзя же, ну ребята, ну что такое? Вот если бы не прекращали дефить, вот был бы выход с дома, пошла бы вот эта вот перестрелка, буквально еще несколько секунд, да там миллисекунд не хватило для того, чтобы довести деф до конца, и мне кажется, было бы все хорошо, но что сделано, то сделано. От Варяна, от Китхае есть минус по лакосту. Эмка уже заходит в тэшку. Скорее всего, будет напрягать ситуацию под позициями Альфы. Света выпускает через винты, но здесь очень жесткий прием от Strong Wild. Просто в нали. Вообще, под чистую гребенку. Strong Wild берет первый раунд в обороне, но по сути, предыдущий раунд должен был вообще в конец убить Strong Wild по морали, но пока парни наоборот показывают, что они не слабохарактерные, забрали вообще в нуле этот раунд, но... И главное продолжать, идут в агрессию, прожимают боковую, откидывают с хаешками туда, но... Там уже Джейлоски находит опенфраг, и Дэнни летит аркадить красный ящик, а там ХЗЗ. Там ХЗЗ, и на него выходить действительно очень опасно. В это время Лакос на мосту развлекается с Джейлоски, но... JLSK здесь вполне себе может и напихать еще в голову, поэтому нужно быть аккуратнее. А вот ХЗ поймал Дэниеля на аркаде. Уже 4 в 4. Ну, посмотрим, как разведут сейчас эту ситуацию у нас бойцы команды V-Victus. Они все-таки продолжают пушить позиции моста. Куда подтягивается Кайл на хелпу JLSK? В соответствии здесь проблемы. Свит вылетает с префайром. Есть от него пачка. Отлично. Пельмешка. Моментальный размен. Лакоста от Китхае падает Кайл. И здесь опять же проседает позиция Б-сайта. Уже Свит находится именно под этой позицией. Варян вообще никак его не зачекал. Хотя вот прямо он в упоре был. Ну, алло. Ну, здесь пельмешка. Пошел с флажками. Косить есть от него минус 2 в 2. Но там по ХП проблемы. Да, но и здесь очень большой импакт должен вносить Лакост, который... Который пока не понимает. А, все, теперь понял, что под винты ушли его соперники. И Лакост начинает постепенно выходить. Пельмешка слышал. Пельмешка должен был слышать. Да, он слышал, что где-то в районе перемычки находится один из его соперников. Варян, что ты делаешь? И знают, что Лакост на перемычке у нас. И Варян будет встречать эту перемычку. Отлично. Варян, браво. Варян просто завез соляру в этот раунд и... Красавчик. 2-2. Молодцы. Молодцы. Опять борьба. Опять напряжение здесь какое-то нереальное творится. Это... Я не знаю, как это объяснить, но здесь оба коллектива просто показывают какие-то нереальные результаты. Молодцы. Молодцы парни. Будем надеяться, то, что они будут продолжать в том же духе до конца. Ну и смотрим с вами уже пятый раунд, как они его будут разыгрывать. V-Victus'ы забрасывают троих бойцов под позиции Альфа опять. Лакоста и Токио попытаются пройти мост, но там уже JLSK неоднократно доказывал то, что парни, это моя точка и я здесь босс. Но посмотрим, что же сможет сделать JLSK на этот раз. Но там уже Лакоста идет аркадий, так что дела у него не самым лучшим образом обстоят. Да, но здесь опенфраг от Варяна имеется по М-ке. Сейчас дальше идут боковую жать, но Свит находит размен раз. Свит находит еще второй минус. И теперь только Варен остается в двойке. И по нему есть вся информация. Сейчас будет заниматься апленка, за есть перестрелка. И проблемы большие у Варяна сейчас здесь. Остальные игроки команды V-Victus находятся на Б-планту. Будет перестрелка там сейчас с Кайлом и JLSK. Кайл уже минус, бомба стоит у нас на апленту сейчас, но JLSK просто вынужден время и как-то вот здесь перестреливаться с ребятами. Но вот Токио Мэйр остается здесь один перестрел. Ой, JLSK неплохо, но это 2 в 2 в 1. Но опять же, времени остается все меньше. Просто будет в упор сейчас принимать. А прикинь, сейчас еще двоих по головам положит. Тут уже 13 хп у ХЗЗ. Вот вам и трипл килл, вот вам и JLSK. Свит остается 1 на 1. 83% здоровья. Спалил свое местоположение. Убегает, убегает от своего соперника. Но зря, зря. JLSK начинает принимать. Пошел дэмэдж, но здесь таймер не успеешь. А так хорошо шел. Ну да, чуть побольше времени. Возможно, думаю, еще JLSK как-то подергал бы на дефьюз, но... Тем не менее, nice try, и нужно просто продолжать дальше давать отпор. 3-2, пока счет очень даже хороший для команды Strong Wild. В обороне набирается хотя бы четверка, то уже все, в принципе, неплохо будет на смене сторон по логике вещей, но... Как будет, на самом деле, пока непонятно, но тем не менее. Смотрим, опять же, пока что М-ка точечно отыгрывает под Альфу. JLSK находит минус по Токио, Мэйрс на моментальный размен от Кайла. JLSK уже двоих забрал на мосту, там же еще и Свит. Но у JLSK большие проблемы по ХП, и Свитова, по идее, должен здесь добирать. Да, есть минус, будет занят сейчас дом, либо воду. Нет, все-таки Свит отходит обратно по мосту, это будет стяжка в апленд, и в апленту пока только пельмешка. Ну и Дэниэль стягивается с нуля, забирает ХЗЗ, неплохо.
Ну а теперь черед за М-кой, которая сидит в Т-шке и будет, скорее всего, выходить в аплен. Но 36% здоровья как-то, ну, маловато для выхода вообще без каких-либо саппортов. Но посмотрим, посмотрим. М-ка все-таки попытается выйти. В руках у него УА-93 парный, у пельмешки довольно-таки коварная позиция. Давайте вот так вот отлетим, посмотрим. Здесь у нас находится пельмешка. Даниэль, если что, моментальная перетяжка будет с винтов. И там же свит уходит на боковую. Сейчас вариант должен стягиваться на перемычку и должны как-то разводить альфу. Но посмотрим. Есть уже нашивка по двойке, установка фугаса. Ну и здесь пельмешка пойдет выбивать с лашками. Вообще никакой инфы по нему нету. А Даниэля минус по свиту. Ну и здесь у М-ки огромные проблемы. И это тройка в активе команды Vivictus Esports. Ну что, неплохо также играет эту карту Strong Wild, но пока что до последнего непонятно, как закончится первая половина. Вроде ребята обмениваются любезностями, то одни, то вторые берут эти раунды. Но все-таки Strong Wild выглядит еще немножко замкнутыми, а Vivictus очень много ошибается. За счет этого, так скажем, нивелируется одно преимущество над другими. Но М-ка просто выбегает сейчас в аплет, вообще никого не боится. Забирает быстро пельмеху. Там же Варян уже отрезан от своей тимы в двойке. И уже хаешки сюда падают. И у Варяна большие, при большие проблемы. Но хотя минус один он оформляет, но там уже и свиты М-ка подоспели. Поэтому здесь четвертый раунд падает в копилку команды Vivictus. Остается же ЛСК 1 в 4. Но здесь и Токио находится на широкой, поэтому беда. Беда так или иначе. Хотя JLSK справляется с первым вообще без проблем, ни одного хп не потерял. Но здесь Свит сразу на перемычке сидит, прочекает ли его? Нет, нет, нет. Уже не зачекал. На нож просто. Это было обидно. Это было обидно, но тем не менее счет становится у нас уже 4-3. Преимущество опять в один раунд за командой Vivictus. И заберут ли это преимущество сейчас у своего соперника, бойцы команды Strong Wild, пока что остается загадкой для нас. Но сейчас посмотрим. Опять отыгрывают. Вот у них постоянно идет одна страта. Т-шка, боковая и мост. Да, ну и сейчас пошли опять же прокиды на боковую, но выход в аплен, походу, вообще неизбежен. Хотя здесь Дэниэль с пельмешкой должны принимать вообще замечательно. Вот Дэниэль идет аркать боковую, но встречает там свита. Есть по нему минус, хз размен, но здесь и М-ка выходит в перстешке, и мост давится. Ой-ой-ой. Кто-то напоминает мне стратегия, стратегия команды RockSkiz образца 2011-2012 годов. Ну, да. Дальше потом перенятая команда The Nation, выход мост плюс альфа синхронно. Какая-то точка по-любому выйдет. Ну и вышла альфа. Хотя здесь вариант под бетоном еще менжуется. Ну и за варианом здесь, конечно же, многое стоит. Ну хотя вот остается теперь один Кайл, и это уже проблема. Это 5-3. И первая половина по-любому для команды Vivictus оказалась победной, но можно добрать ее до двойного преимущества. Или же все-таки Strong Wild здесь поборется и заберут четверку. Но если здесь будет двойное преимущество, не знаю, не знаю. Здесь команда Strong Wild, мне кажется, как-то... Прошу прощения, дорогие друзья, что-то я подсел немного по голосу. Мне кажется... Постарел в прямом эфире метафор. Да, внезапно так, оп, и потом обратно в младенца. Молодильные яблочки забыл съесть. Ну ладно, здесь, если будет двойное преимущество, мне кажется, Strong Wild уже на смене сторон не вернутся. Но посмотрим. Да, ну и пельмешка остается в соло. Здесь, конечно же, Свит его уже слышит, этот шифт. Да, ну и Свит сейчас просто будет испепелять. Хотя нет. Пельмеха. Пельмеха очень даже неплохо. Идет давить дальше Лакоста. Лакост уже в упоре прям слева его здесь принимает. Так, пельмеха. Эй, хаешек тоже откинул, но и здесь Лакост все-таки его подловил. 6-3. Именно так заканчивается первая половина для команды Vivictus Esports. В принципе, неплохо. Strong Wild. Я думаю, сейчас они подсоберутся и на смене сторон покажут действительно должный поинт-бланк. Хотя, опять же, здесь могут сказаться такие факторы, как первая карта, которую обязаны были выиграть Strong Wild. Опять же, какие-то моменты на ВВГшечке. Ну и, соответственно, может это все ударить по целостной картине. Ну, смотрим. Вторая половина стартует прямо сейчас. Но будем надеяться, то, что все-таки не будет какого-то такого морального удара у нас по команде Strong Wild. И все-таки парни у нас сейчас соберутся, ну и в соответствии пойдут давить своих соперников. 6-3.
6-3, преимущество в 3 раунда в руках команды VVictus. Отпустят ли они сейчас это преимущество? Будет ли у нас небольшой дежавю с предыдущей картой? Сейчас посмотрим. И вообще давайте сразу же посмотрим, как будут расставлять своих бойцов в атаке Strong Wild. Выход на мид, здесь Даниэль очень агрессивно отыгрывает под винтами, и там его принимает Свит, ой-ой-ой-ой-ой, уже пуля валбол Свита, ХЗЗ также под пятеркой, ну и здесь будут разводить Альфу. Да, там же вариант на боковой еще, который может довольно большой импакт нанести, если убьет Токио, то можно будет вообще нормально выходить Т-шку бок и винты, и просто закидывать перемычку при этом. Лакост агрессивно на винтах, здесь пельмешку довольно-таки серьезно подрейзил, 34 хп у пельменей. Нужно куда-то будет сейчас уже двигаться команде Strong Wild. Пока что у нас Варян раскидывает боковую. 40 хп у Токио. Неплохо. Ну и пойдет раскидка также от пельмехи. Сейчас полетели гранаты у нас под бетон. Ну и эта граната пока что никого не настигает. И в итоге целостная картина следующим образом. Дэниэль будет по винтам подниматься. Там Варян уже находит минус. Эмка даблкил на размене боковой линии. Также его должны здесь подкосить JLSK либо Варян. Но Дэниэль проходит в двойку. Но ХЗЗ очень по таймингу выходит. Это снова преимущество одного игрока у команды VVictus Esports. Ну, как-то здесь зафейлили, очень жестко зафейлили, но еще два живых игрока команды Strong Wild. Там Варян, там JLSK. У Варяна 82% здоровья, у JLSK сотка. В то время, когда ХЗЗ и Эмка крайне рядовые, но там есть еще жесткий лакост. Но посмотрим, как все-таки отыграют Эмка с дуалами. Готовится принимать сейчас выход с боковой, где отыгрывает JLSK. Ну и Варян также попытается выйти, скорее всего, через Т-шку. Там его будет запирать ХЗЗ, у которого 28% здоровья. Но мне кажется... Здесь, если сейчас выйдут сразу же вместе, тогда будет у них все прекрасно. Если по одному будут проблемы, вот, пожалуйста. Здесь, опять же, очень грамотная позиционка была от команды VVictus. Там дальше, если первого забирали на двойке, либо в пленту, то и лакост на размене. Ну, а боковая так или иначе агрилась на двойку, либо на плент, но я там из-под бетона еще эмка был. То есть, здесь именно позиционка от команды VVictus решила исход этого раунда, поэтому здесь ничего удивительного нету. 5А в исполнении команды Strong Wild. 2 Т-шка, 3 бок, и сейчас будет очень быстрый раунд. Непонятно пока что за кем. Эмка будет в упоре в двойке принимать Токио, и также и Свит здесь. Троечка, плюс еще Свит, ой, плюс еще ХЗ на винтах. Лакост оставляет соло под бетой. Полетели прокиды у нас, полетели разбросы. Ну и сейчас Свит может оказаться, ой, как неправ, хотя двоих забривает на боковой, но Свит просто... Свит просто на уверенности идет косить одного, второго, возможно, третьего. Нет, Вариант здесь все-таки отвечает фрагом. Ну и Т-шка должна отвечать разменом, но нет. Но нет, но вот Вариант пока хилится, живет. Даблкил неплохо. И он остается, кстати, в соло, но по нему есть информация, его просто сейчас закроют. Но здесь Вариан у нас отыгрывает очень-очень агрессивно с позиции боковой. Есть минус все-таки от него по ХЗЗ. Ну и здесь начинает его принимать Лакост. Лакост с ямы хелповал своему тиммейту Палемка. Но это все-таки еще один раунд в активе команды VVictus. Это уже восьмерка в их активе. И два раунда остается до победы. Ну, посмотрим, посмотрим, что они нам все-таки покажут. Здесь от них очень агрессивная игра на приеме. Парни порой не боятся Аркадии где-то позиции. Причем вот просто идут ва-банк и оправдывают себя. Но посмотрим на этот раунд. От Лакоста уже залетает open фраг. Ну, смотрим далее. Что здесь? Посыпались. Попытались быстро выход на 8 сделать, ничего не получилось. Готовы были к такому приему команда VVictus. Но Эмка идет выжимать бок, хотя получает по голове. Ну и там Токио хилится под бетоном. Даниэль находит размен по свету. Ой-ой-ой, выход ТСТшки мог бы быть, если бы не ХЗ. ХЗ просто явный MVP этого противостояния всего. Хоть там, может, он не больше всех настрелял, но Никитку Сорокин здесь, конечно... Очень жестко вытягивает свою команду. Именно в такие, знаешь, серьезные моменты. ХЗ ставит еще одну пачку. Остается последний JLSK. Ну и похоже, это будет 9-3 сейчас. Да, зажат в Т-шке. Ну их Токио вместе с ХЗ забирают также Гранта в Т-шке. 9-3. 6 матч-поинтов у команды VVictus Esports. Это даже больше, чем у Strong Wild. Было на карте Metal. На один, но тем не менее больше. Ну, не знаю. Очень жалко. Очень жалко команду Strong Wild, что так вот расклеились. В принципе, вот Fratry и Strong Wild, да, чем-то похожи именно вот в плане какого-то своего молодого потенциала, но, опять же, реализация все-таки хромает и у тех, и у других.
Но, тем не менее, сегодня бойцы команды Strong Wild на первой карте уж минимум показали себя, ну, с самой лучшей стороны. Ну да, проспали 5 раундов, но, тем не менее, какая бы была борьба от них, это было просто браво. Но еще здесь не все закончено. Еще живы трое бойцов команды Strong Wild. Пельмешка вылетает все-таки под позиции мида, есть от него минус по эмке. И там его будет запирать ХЗЗ. На хелпе под него, к нему подтягивается GLSK, есть Кайл. Ну и так выжимают позиции Б-сайта. Но три рядовых игрока. 25, 22 и 14 хп. Падает свит. Токио один. Зачекал Кайла. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас просто они все на одну пулю и есть. Есть такая информация сейчас у Токио. Он в любом случае будет их сейчас ловить, выжимать как-то. Но здесь пельмешка пытается уйти. Нет, не уходит. Уже даблкил на счетчике Токио. Ну и GLSK один на один. Да, и сейчас от третьего лица сидит GLSK у нас, но Токио, конечно, грамотно чувствует тайминги перемещения своих соперников, знал, что один будет по-любому уходить на мост. Второго примерно понимал, где он будет. Дропается на 8 и убегает под винты, но это понятно, что будет перетяжка в аплен. И Токио сейчас, я думаю, постепенно тоже будет уходить через перемычку в альфу, но и малейший прострел под GLSK ставит жирную точку в этом матче. И означающие 3 очка в активе команды в Evictus. Посмотрим, посмотрим. GLSK убегает нас просто в тэшку. Будет, скорее всего, играть, стараться как-то на бомбу, на таймер пытаться разводить. Потому что стреляться, конечно же, вообще не стоит. Токио полностью уловой. Нужно просто дернуть на дефьюз, чем и занимаем у нас... Ай-яй-яй-яй-яй, да. Смотри, смотри. Но здесь уже зачекали GLSK. Ну и, собственно, минус. И минус. Это победа. Это победа, да, 10-3 здесь бойцы команды Strong Wild, все-таки они не отпустили первую половину морально, да, психически не отпустили ее, закрылись сразу же. То, что да, мы там проспали 5 раундов, вообще такое преимущество такое не отдается, но всякое бывает. Не расстраиваться, желаем бойцам команды Strong Wild. Evictus'ов поздравляем с победой. 2 карты в их активе. Strong Wild, парни, смотрите реплей, изучайте ошибки, тренируйтесь, и у вас все получится. Что по ставкам? Так, 10-3, было ли? Я думаю, по-любому было, правда, смотрю сейчас. Так, ВКонтакте. ВКонтакте 10-3, 10-3. 10-4 было в Evictus, 10-4. Да, 10-3, Владимир Рыжков. Владимир, напиши мне ВКонтакте. А на Твиче. На Твиче 10-3 поставил кто-то или нет. 10-3 не вижу. Да, вижу. Электроаква. Электроаква поставил 10-3 в пользу команды Evictus Esports на Твиче, дружище. Пиши в чате Твича, я тоже тебе выдам код. Ну а мы на сегодня будем прощаться, дорогие друзья. Да, всем огромное спасибо, кто был на Стримчанском. Ребята, вы все топчики. Следите за новостями в группе Point Blank eSport Official Public. Сейчас мы уже забросили опросник. Давайте вместе будем улучшать качество наших стримчанских. Активно принимайте участие. Также будем разыгрывать призы среди всех ответивших на Google форму. Пост вы можете найти в нашей группе Point Blank eSport Official Public. Завтра у нас также будут жаркие матчи легендарного дивизиона. Также будем разыгрывать коды. Ждем всех. Ну а на связи, как всегда, была студия Arena 4 Game. У микрофонов для вас работали я, Максим Чейф, и Герман Громов. До завтра!